Еще в советские времена туристы из походов привозили большое количество черно-белых фотографий. Именно тогда активисты туристического движения нашего города решили для всех любителей путешествий устроить фотоконкурс под названием «Люди идут по свету». Мы показывали черно-белые фотографии, мы оформляли такие вот стенды, потому что были только на бумаге фотографии, вывешивали на стенку, приходили зрители, смотрели. Потом уже появились слайды, которые на стенку можно было смотреть, уже более такой прогресс. Уже мы показывали на слайдах. Но потом как-то у нас это дело заглохло. И только спустя несколько лет, благодаря опытному туристу Александру Козлову, фотоконкурс «Люди идут по свету» вновь возобновил свою работу. Он на маршруте, вечно весь в аппаратах извешенный, весь в кинокамерах. И он был самым лучшим фотографом. И вот мы 10 лет назад решили этот конкурс наш возобновить в нашем городе. Мы провели первый фотоконкурс с ним. Он стал сразу лауреатом, потому что там равных ему не было. Но, к сожалению, через год он погиб трагически у нас. И мы решили этот конкурс, потому что он начал, мы его назвать в честь Саши Козлова. Сегодня принять участие в фотоконкурсе «Люди идут по свету», посвященном памяти Александра Козлова, может каждый желающий, вне зависимости от пола и возраста. И совсем не важно, профессионал вы или просто любите фотографировать. Главное, чтобы снимки были качественными и передавали атмосферу места. Все присланные на конкурс фотографии будут храниться на закрытом ресурсе, доступ к которому есть только у членов жюри, что полностью гарантирует соблюдение авторского права на каждую работу. Фотографии мы принимаем только в формате А4, потому что мы здесь собираются судьи, они отбирают самые лучшие фотографии, чтобы которые можно не стыдно было вывесить на стенд. То есть вот на стенд у нас уже появляются вот эти фотографии, которые они у нас стали победителями или вошли в финал. Заявки для участия в конкурсе «Люди идут по свету» принимаются до 21 марта, а итоги конкурса подведут уже 23 марта в молодежном центре. Компетентное жюри определит победителей по 4 номинациям – спортивный туризм, семейный туризм, волшебный мир природы и туристическая лирика. Начало в 11:00. Более подробная информация по телефону 315-53. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.